Привет-привет. Видеоролик поездки на Пшавские дольмены и Пшавские водопады. Очень информативный, но не короткий. Из этого видеоролика вы узнаете, что такое себя представляет деревня Дольменов, стоит ли вам туда ехать. Также вы увидите дорогу на водопады и сами водопады. Стоит ли вам туда идти и ради чего вы туда пойдете. Ну что, приятного просмотра. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Не, не буду Поехали. А у меня есть другая, сложно. Ну сейчас уже доедем. Держитесь. Пошли. А сиреноголовому что-то котик. Пошли. Жанка. Сиреноголовому котик. Да? Он да. Живой? Да. Он же кровяш. И кровяш его защитила. Это его щит. Он же железный. Понятно. Ну, похоже, да, ничего не посыпало. Или вот. Это бы на все посты.
Да, потому что у меня все не домовые. А значит, сама потом выйдет. Нормально. Да. Кто хочет просто посмотреть, потрогать, пожалуйста, а не ваше распоряжение. Хорошо, хорошо. Полностью. Да, уже кто-то развалил. А это не, он это все развалил. Да? Ну маловато. Да. А? Посмотри. Что? Повалил. Ой, не увалил. Да. Я еще хочу машинку. Обратно. Это для меня. Еще раз, вот они, дальние, рядом, все. Это уже развалины. Развалины. Это мы на дальнем шада. Это тоже развалин. Это мы ладно, почти хана. Видишь? Да. Не хана. Это мы не хана, да. Еще. Пока. Пока еще живой. Да, он еще живой такой. Да. Это да, очень древний. Иди ко мне. Ко мне. Это тоже местные жители. Это очень древние и дома. Ханты, это третий век до нашей эры. Илюха, аккуратненько только. Это знаешь? Да, ну пускай стоит вон там. Вот. Это давай, тоже давай. Еще вот. Живой. Да? Да, это еще живой. Два живых. Не все. Вы слышали, что да, два живых. Вылезайте тут. Вылезай аккуратно. Ух, живот. Не надо туда лезть, вот так обойди. Что еще искать? Отряхивайте. И это уже что, не живой, да? Этот уже, да. Здесь видишь? Вот они, ну, здесь, да, многие дальние развалины. Деревня Дальменов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь или девять дальменов рядом. Считал 8. Раз. Два. Три.
третий дольмен. Это четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Да, деревня дольменов, 8 дольменов. Там дольмены, а здесь кто-то ждет костры. Сейчас нас будут брызгать. Вот они едут. Вот он. Нас обрызгали. Вы посмотрите, все мы мокрые. Все, говорю, мокрые. Спасибо.
теперь уже ничего не оставляем. Она поедет за другой группой. Спешиваемся аккуратно. О том, как есть на даче, расскажу пешком. На земле. Сережа, тут есть короткая дорога. Все, идем на водопады. На водопады. Пошли к водопадам. А там все. Смотри, вот уже 30 зайцев. А это первые. Вон фазанчик. Вон фазанчик. Вон. Вон. Клюет, как хвост торчит. Кушает. Вон они, голубки. Виноградники. Тут водопад будет. А волка не будет? Нет, зоопарка не будет. Если Кирюхе понравится, если ныть не будет. Ну что, Кирюхе? Грибы здесь не растут. Жанна, что это? Ну здесь огорожено, чтобы ходили, куда люди. Тропинку отгородили, потому что людям везде надо идти. А там, видишь, вон скалы. Сейчас полезут все фотографироваться. Ну да, там вон что-то. А там обсыпается. Какой-то настил. Ну да. А там вот еще... Загон. Загон. Ну что, каких-то этих. Кабаны такие ходят. Поляна, с которой мы с вами ушли, это одна из множества полян, на которых еще полтора века назад мы могли бы встретить черкесов. Да, дворов не осталось, но зато осталась печь. Обратно будете идти, не поленитесь, загляните по тропинке наверх. Вот в таких печах они занимались обжигом посуды, которой пользовались каждый день. Вот то немногое, что осталось от того рода или общества, что проживало конкретно на берегу этого ручья. Пойдем дальше. Печь для обжига. Вот где надо было мои пятки видеть. Руку Игоря давай. Подожди, не вырывайся вместе. Потому что. Мы если что, пройдем по воде. На камень. А ты иди. Давай его перенесем. Вставай, на камень. Поясни. Вставай. Все, Кирюх. Потом я не сядь, сколько здесь веку. По камушкам я не буду не сцеплять. По камушкам, по камушкам. Вот люди уже обратно идут. Да, Жан. Денис, не буду, не сижу. Нормально, шел бы сам. Его несут, а он еще возмущается. Перенесли чужого. Машинка, писька. Так. Ладно, уже молчу. Нет, я не согласен. Ну что, давай его. Сейчас подождем, когда пройдут. Давайте голову. Перенесете. Принесете двое. Это опять не висит. Да, нам по камушкам не придется.
Сирюхи только по камушку. Здесь еще скользко аккуратно. Ты ноги! Остался. Ноги хоть поджимай, Кирюх. Дорога с барьерами. Дорога с препятствиями, да. Прыгай, 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 Кирилл, давай. Опа, тоже Кирилл. Давай, Кирилл, давай, костюм. Беги, беги, Кирилл, у меня еще в ходу. Вот такая вот тут дорожка. Так что аккуратнее идем. Вот это я не понимаю. Это у нас опять ноги будут болеть? А? Опять ноги будут болеть? Это увлекательный аттракцион. Против течения. Не убегай. 553 метра до водопада. Я говорю, сказали 500 метров. Слушай, еще больше даже. Что, мы как 300 метров прошли? Еще 500 осталось. Нет, я просто говорю. Что бывает, если ну, если водопад, это значит, куда-то вверх? Ну, вот мы вверх и идем. Ну, еще довольно-таки полого мы идем. Перенесешь его или как? Сейчас пройду, пройду. А что ты пошла-то в огонь? Я боюсь, что мне поскользнуться. Они скользят. А как я хотя бы иду? Спокойно. Я тут не вернусь и сама и перейду. Тихо, не дергайся один. Переносите? Да нет, ты сейчас не сам пройдешь. По этим иди. Там камни, там. Иди, иди. Не прыгаем, а переступаем. Прыгать и разбежаться, будем дома. Скорее всего, да. Где будет с горы спускаться? Там вода холодная. Вот так, немножечко обрыва вам. Ну это уже весной. Весной? Ну конечно. Когда снег тает.
листья бывают целевые, как вот их смотрят? А такого не бывает? Вот все переправа. Переправа, 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 переправа. Сама неси! Неси, я пока не иду. Давай, не иди. На тебе камеру. Ты что, ее? Пойдет он сейчас. Нет, я не пойду. Нет! Пока здесь идем, здесь еще нету ничего. Ух. Я тебя веду. Давай. Здесь поправить. Давай, посмотри еще один. А мы так пойдем. Тебе нести! Не идем здесь, я тебя веду. Все, перенести. Тогда тебе не найдем. Все, пошли. Там еще жар. Ну тут это нормально там пройти может. Спокойно. Да он не пройдет, он не на стиле, мы никак не снимаем. Он же на шахту. Ты сейчас забалуешься. Я как олень. И мир, да? Что такое? На стиле нет, иди спокойно по воде. Давай иди. Я иду. Что мне остается делать? Вода холодненькая. Спроси у тебя. Что, далеко? Далеко. Ну, прилично. Ну, прилично. Может, сразу вернемся? Готов. Полпути пройти и вернуться. Я подорваю. Да? Давай. А, это здесь можно воду набрать. Да, здесь ноги можно поломать. Конечно. Тебя несут, конечно, чего тебе бояться. Только вниз. Тихо, тихо. Иди, переступай, готов. Аккуратно, переступай. Переступай, не прыгай. Переступай. Не забывайте, что вам еще четыре сделали. Не забывайте. Не тоже стекает водопад? Да, похоже. И камнепад, и водопад. Не смотри, наверное, здесь все. Хвосты горные. Там камни нормально пойдут. Там нормально все ходят. Не дергайся, руку не вырывай. Вот камни, наступай, наступай тяжело, наступай на камень. Давай, давай, наступай. Наступай на камень. Берешь, это не такой жесткий, как я нашла. Аккуратно. Все равно. Ну так ты спеши. Давай снимем носки и пойдем по человеку. Надо хорошо снимем носки. Смотри, что это долго. Там как-то не видит. Тебе сказали, что еще прилично. Вот так вот, друзья, не верьте всем. Да, про 800 метров. 26 машина. 26. Ты опять здесь моя? Моя здесь стоять.
В лужу, ой, в речку. Увлекательный аттракцион. Горные. За миллионов лет формируется, проседает, да? И образуются вот такие скалы. А как интересно, просто по ним лазит. О, молчаливый прыгун. Я не знаю, что это такое. Это вот этот водопад называется. Много воды, он здесь. Ольха, высота до 35 метров, живет до 100 лет. Там сейчас опять же. Сейчас, подожди, пропусти. А там вообще, Жан, ему бы лучше бы... Серёж, там негде будет идти, давай снимай носки и пойдем по воде, там мы не сможем. Нет! Мы не сможем, ну иди тогда, иди в носках, все. Я нести столько не смогу, там идти везде по воде. Везде. Иди сюда. Ёпы, побыстрее, я же несу. А как ты думал? Давай я несу пока. Друзья, вот так вот мы идем. Вот он, видите? Вот так вот. Возьмешь его там? Друзья, вы сейчас видите сами, какая дорога.
Это трэш. Каньон. Каньон ущелье, как и лучше. Ага. Ну что там сказали, что долго? А? Что долго? Минут еще 15. Офигеть. Жан, ты не забывай еще обратно идти. Я представляю. Можно бы привал какой-то. Не знаю. Нелегкая дорога к водопаду. Вообще пипец. Честно говоря, первый раз я так иду к водопаду. Все время какие-то горы, и это тропинки были. А тут прям конкретно. Нету короткой дороги. Срезать где-нибудь через перевал. Да? Или ты снимаешь носки? И ты снимаешь носки? И идешь по воде? Самое интересное. Да, вот теперь знаешь. Верить никому нельзя. Да. Да нет, поболе. Какие эти породы разнутые. Вон уже голоса слышны. Радостные? Да. Значит, кто-то дошли. Дошел. Так, не рви. Вы как, уже пришли или как? Уже рядом, да? Мы обратно идем. Нет, мы рядом уже? А? Рядом или вот, вот он, все. Вот. Все, да? Спасибо. Неужели? Мне уже даже не верится, что мы дошли. Ну да, мы здесь нет.
Вон оно. Ну, я думаю, он будет больше. Мы больше шли. Да. Мы дошли. Посмотрите, вот он этот водопад. Как-то красиво, конечно. Все, друзья, мы дошли. Водопад перед нами. Любуйтесь. Наслаждайтесь. Ну, дорога, конечно, длинная. Фу. А я пока не знаю. Вот здесь вот спускаем. Можно было по низу пройти. Ну да. Все равно по воде идти.
Вот такая вот дорожка. Над обрывчиком. А внизу река. Вон там тоже, видишь, деревья завалились. Угу. Прикольно так получилось. Граб. Высота до 30 метров. Живет до 300 лет. Вот такое вот дерево. Здесь уже по суше. Еще немного, еще чуть-чуть, и мы дойдем обратно. Веселая прогулка получилась. Эй. Ну что, друзья, здесь идти где-то больше получаса, никаких 800 метров нету, конечно, побольше, километр, может, полтора. Увлекательный аттракцион. Так что, есть желание. Пожалуйста, ну и будет интересно. Вот мы зашли на обратном пути. Печь для обжига. Это все, что осталось. Прямо как эти лепешки в тандыре делают? Нет. Вот такая вот печь для обжига. Ну, все, выходим. Да все, я чуть-чуть съехал. Ну все, пошли на выход.